Выбирайте, но все пути ведут к боли. Тут какая тактика? Кул, конечно. Да какая бейфу? Дикий шторм, да, кулак? Фант. Спасибо. Ну-ка, просто гаси. Гандариум как он лечит? Оно, блядь, спадывается, когда далеко отходишь. Там же вот где он стоит, там же. Раньше, еще назад отвойди. Да, Андрей. Маба этого тоже забирает. Жука-то бьете, нет? Да хуй с ним. Ну он под берсой теперь. Да поебать. Нет. Вот это отходим. Нахуй за ним, а чё за хуйня? Подвигай босса, быстрее, паладин. И вейт нахуй. Ну, всё, сначала теперь. Ебанулся, блять. Таунти, босса, чё ты стоишь? Агри, агри его. Чё ты завис? Таунти, блять, он отвейт. Да он просто удивился. Давай таунти ещё раз. Пал. Чё за приколы? Не бейте, дайте ему огромно бить. Но там, и он паук вышел. Паука паладин сразу забирает. У нас нахуй один без маны, дай в пизду нахуй, короче. Да я хуй знаю, но зачем падать? Смотри, я тебе подвожу жука, забери его, вот. Жук этот бьется, он не оставляется на персаде сейчас. Нечаянно Берни не спит. Стену возьми, все ломы. Зачем ты водишь? Куда ты, блядь? Куда привел? Уйди, убери это вот нафиг. Пиздец. Тебя же никто не просил выводить. Происходит ройдер, я внимательно, я этого не могу снять, жука. Что делаю? Тупо стою? Не снимай, да. Забить куда. Я на тебя напулил, как открутилось.
Просто тебе надо стоять и все, больше ничего не делать. Там не мота, секунд 15 проходит. Да вот я ебал. Ты видишь, вот где он стоит? Вот, короче, вот там вот стена, видишь, желтая. Вот прям в нее вожмись. Там прям. Хорошо. И никуда не ходи. Не мота вокруг босса на 20 метров 10. Вообще. Я вообще первый раз на нем вайпаюсь, ребят. Вы че? Ну, я не знаю, что танка не похилили через частицу. Какую нахуй частицу? Он прибежал ко мне с этим боссом. Там на мне метров. Тоже сало было. Так, там 20 метров. Не отбежал, значит. Бежать. Он привел босса, ты чё? Так тебе, ты видишь босса, бежать? Он ведет на тебя, ты просто отбеги и все. Ну, я да. Даже не думал, что он его поведет. Так обычно и бывает. 12 часов 11 минут. Ты как бы не время для неожиданности, я тебе так скажу. Я уже полусонный, конечно, тут сижу, блядь. Все время убиваем, никто никуда не ходит вообще. Семь часов вечера, что так? Везунчик. У кого-то 7, у кого-то нет. У нас 9. Ну, 12-12, время загадывать желание. Боженький Близзард, дайте нам убить Аноба. Предлагаю садись на самолет в Новосибирск. Там что там в Новосибирске? Саня, рыбу поставил. Рыбу поели все. Рибафы все проверили. Танк понял, да, что делать? Просто там и стоишь. Ну, да, что? Пуля. Гуляй. Распределитесь больше, более полукругом, как бы по комнате, чтобы вас всех вместе не подкидывало. Можно я посередине? ДБМ пиздит. Рой саранчи через 3 секунды. Не. Ну, в смысле, откатился у него, он может его в любой момент запустить.
Блядь, короче, я в стол сухарю, нахуй, понял? Что нахуй? Не за... Потом заметил, что плохо все. Я пошел. Толдрин. Че, с маной херово, да, все? Вот ты нужны начала. Идемте дальше, не АФКшим. Время, время. Тотем. Двигайтесь, двигайтесь потихонечку. Сразу дальше, дальше беги. Тотем обнови. Это пиздец. Чё, чё, Сан, чё не так? Чё случилось? Блядь, хороший, да живой ДВ как бы. Да хаваю, сижу хаваю, понимаешь? Ты знаешь, да, как на боссе МК там давать, снимать персу, знаешь, за это? Саня, давай ты как-то читай, да? Что? Я который хава, Саня, например, на ДЦ. Персу поснимает. Так тут убийством снимается. А, тут не снимается МК. Не. Тут вот и обычно подвоют чувачка. Ну или ДК гриппа. Ну так как у нас ни хрена нету, то ДТК. Ну, обычно каст сбивают. И подводят поближе к ДВ и все. Или бывает так, что, допустим, паладин кинул лужу. Друид, допустим, взял, ну, это на себя переагрил,
в итоге получается, что Гоешка. Пацанчики бьют паладина, а друид держит Дау и все. Потом просто по мелкам. Нечаянно, давай в танка. Да тут и один. НП выиграл. Я ее одену, не против? 3200, но. Чем? Да. Ты че? Угорай, продай денежку. Получишь. Вот. Продай денежку, получишь. За ОД купишь и за 100 ОД. А эту продай за голду. А за сколько? 3 косаря она стоит чем-то. Там, все, да, все знают, что делать. Тактика какая? Тактика какая? Саня, загляни тактику. Смотри, дикий шторм, ты берешь, заходишь прямо вот в центр, где сейчас вдова стоит. Кидаешь лужу. Твоя задача держать на себе всех 4 служителей. Ты их сильно не бьешь, чтобы они не сдохли. Просто лужами поддерживаешь агро. Друид, ты в танке, надеюсь? Да, в танке. Этот вдову забираешь на себя. Просто держишь агро на себе. В принципе, сильно ее двигать не надо. Там, может, на миллиметрик вперед. Там. И все. Вот вся задача для танка, для танков. Так, дикого шторма желательно в шамановскую пати. Шаман очищение обязательно. Как только она начнет берсу кидать, просто берете и убиваете метку. Как только добили метку, берса спала, все, изи тактика. Вообще можно под геру попробовать ее залить, и мы в прошлый раз, по-моему, даже без версы закрыли. Но у нас не такой ДПС здесь, конечно. Но все равно. Ну, геру даем изначально. Все буфты дайте сразу. Да, давайте. Все, больше нет тут тактики никакой. Готовности. Буфты бафните, а? Ну чё вы, чё? Тотем стоит под кубиком, поехали? Поехали. Пиздец. Я в шоке, нахуй, с пристав. Блять. Был спа, да? Да. Да, сейчас они разрядятся. Бейте их во имя господина. Не-не-не, веди ее там и стой. Тут тоже в зеленой этой, да. Еще ближе подойди. Во, пойдет, все, хватит. Все. Какая нахуй невосприимчивость, что за херня? Кого к чему?
Да чё? Да я когда огнем пуляю, но восприимчивость иногда у босса какой-то хера. Горячая штучка. Я покажу, двигаемся дальше. Боешка, пацаны. Кисти рук. Мау. По правой стеночке аккуратненько пробегаем вот этих мобов. Ну нам задел их, ну. По-любому хант петал, ну. По-любому. Я петал, брат, специально для тебя. Ты шаришь? А еще, говорят, Владом надо ходить, чтобы он у стенки бегал, не? Ну, есть такой вариант. Ну, я как бы просто убрал. Понял. Уф. Ладно, красавчик. Топовый. Да хуй знает, 20 тысяч хп у мобов, вы что там бегаете? Мы танка ждем. Нет. В смысле, последний квартал, но еще не ласт. Как бы кельтов захват. Вон тех, иди пуляй сразу. Так, пауки сюда идут, давай наверх их уводи. Давайте все наверх сюда задумаем. Кстати, быстрее. Здесь вот их убиваю. Убивайте. Торм танчил этого босса. Танчил. Че тут скажи, напомню. Я тебе скажу, нажмешь полтинник. Понял, да, что такое полтинник? Походу не понял. Серьезно, че нажмешь? 50/50. Божественная защита называется. Прожимка у тебя есть такая. Помощь зала. Там не забывай про саку у паладина. У паладинового. Я дам, когда надо будет. Давайте все готовы.
шамана, может, к нему, не? Чтоб снимал. Ну, что к кому? Че, крестики держим? В крестике мы стоим. Нет. В крестике мы стоим. Ты его держишь. Ну, чуть-чуть от крестика, чуть-чуть подальше. Спиной к нам. Все, иди, пуля. Разворачивай. Понял, нахуй. Окон. Че, дайте по мне сальву, пацаны, а? Скиньтесь, да, по нонспиду сальвами. Я, блядь, даже не прожался уже, что происходит? Ну, потому что ебучий фаер. Короче, мне надо, походу, либо в стелс съебываться, либо что. Тебе просто надо перед пулом нажимать, как трипод, нахуй, копи. Начинать бить. Невосприимчивость. Наркомания. Там... город, это супер. Блядь. Там не прожался, да? Ладно. Писту верните. Сам любите. Будут паучки. Опасная ситуация. Ну, я еще готов был потанчить. Че там Геру не будем? Продолжать? Да, уже смысл какой. Тоже добили, 600к осталось. Сейчас нажми сейвы. Полтинник жми. Ура! Не видать мне копья. Блять, если я с фул маной стою. А че, куда? Пошли. В сферу лезть. Кому надо? Просто. Я бы взял на хапал. Кто бы спрашивал? МТШ. На шаму, если тебе надо, на шаму забирай. В смысле, у меня на Элема, но у меня на хила есть щит. Пацаны, у всех такая... А, забирай на Элема. Так, а куда все делись? Куда? Дикий шторм, кулак, рибав мне, пожалуйста, по ханту. Даже не знаю, что тут делать. Господи Иисусе, кто не знает? Крист? Конечно. Тебе ДБМ стоит? Кто? Адам. ДБМ. Дебафа? Спасибо тебе. Дебафы снимать? Прога. Нет, нет. ДБМ.
ДБ называется. Ну, для Deadly... специальную штуку нет, не стоит, не ставил. Deadly Boss Mods. Херово, что не стоит. Ну, я поставлю, я просто не думал, что я так скоро в рейд пойду, я чё, сегодня... Я тебя не ругаю, просто говорю, поставишь потом, после рейда. Смотри, сейчас объясняю тебе, что примерно будет происходить. На первой фазе дракон будет кидать метель. Тебе нужно, как и с любым драконом, не стоять под лицом и под хвостом у них ходить. Там он пукает противно. Метель ты должен будешь относить. Она за тобой тебя будет преследовать. Это, что ты должен делать? Ты должен бежать примерно вот так вот, как Хан сейчас, такой в стенку, но так, чтобы не задеть своих союзников. Если метель закоцает кого-то другого по пути, она может перекинуться на этого другого и пойти за ним. Короче, ты его подставишь. Тебя любить не будут. На второй фазе, когда он начнет взлетать, что от тебя требуется? Ты должен разбежаться так, чтобы не стоять в 10 метрах друг от друга. Ну, то есть, смотри, вот я сейчас близко стою к Телдрину, большой именно так же. Отошел на него, примерно вот это расстояние, это уже 10 метров. Безопасное. Вот так ты должен стоять, чтобы рядом с тобой никого не было. Он будет кидать глыбы. Две глыбы в десятке. Что от тебя требуется, если ты попал в глыбу? Просто стоишь. Если ты не попал в глыбу, ты ждешь, вот под две глыбы упали, ты бежишь к ним и прячешься так, чтобы между тобой и боссом стояла глыба. Ну, допустим, смотри, но он спит. Просто спрятаться от прямого контакта босса. Все понял. Красавчик, все. Больше нету ничего. Дальше первая фаза повторяется. Готовность. А ты за ноль спида ничего не говори, но он спит сейчас упадет, как всегда тут. Я тебе говорю, как тебе надо начинать. Ты, блядь, как припод нажимаешь копии и начинаешь бить. Все. Иди сюда, паладин, дикий шторм. Вот сюда прям, да, иди ко мне. Вот так с этой стороны подходишь, пуляешь и... Погнали, пуляй. Ты, кстати, крылья протопал, отдавай. Где рудали? Уходи, уходи сам. Смотрим внимательно. Между собой раньше немножко набрали. Стоим, ждем глыбы. Первая упала. Вторая упала. За глыбы спрятались. Ну какая протоглыба. Так, на место. Бьем. Да беги. Не беги в Телдрина. Вот куда ты бежишь? В стенку уходи. Я же сказал, в стенку бежать. Не надо носить эти, блядь, этот дождь ебаный через весь рейд. В 25-ке ты бы сейчас уже убил кого-нибудь. Сань, я не умер, прикинь. Уф. Блять, говорю, как надо делать. Ну, я за дождь. Смотрит, блин. Первая упала.
Так, я понял, нахуй. Спрятались. Блин, завис, не вижу. Хау, ББ. Чай, находи мне хау. Это будет быстро. Сейчас пройдет, встану. Вставай сейчас, пока есть возможность. Смотрим глыбы. Нечаянно следующий нажил. Пала даже. Первый пал. А вот вторая упала. Вторая упали. Так, я понял, это дождь в миле, да? Он там один, вот, как бегает. Изи. Че, добили? Ох, мне премию выдать должны теперь. Ну опять эти штаны такие же, по-моему. А нет, те с критом были. Задержка 4021. Ну нормально. Удивляемся насчет тебя, не волнуйся. Да ты че? Меня нет штаны. Я считаю, что эти штаны для ШП лучше гораздо, чем предыдущие. Я тоже так думаю. Что такое? Предыдущие, может, отдать кому? Какие, что эти старт? Ну дайте. Давайте, ласт, гос. А, тебя ДЦ вломал. Я думаю, чел на присте все ролит просто? Все, что вообще, блядь, падает нахуй, я не понимаю. Он уже четвертые штаны выраливает? Или третьи какие вообще? Я уже сбился на счет. Третьи, да? Так я же спрашиваю. Ты сролил токен, ты сролил штаны на крит, и ты сейчас сролил штаны на хаст. Ты хочешь все штаны, которые, да? Которые вообще есть в этом инсте, ебать. Чисто. У тебя коллеги потом, ебать. Нет, не горит, давай поменяемся. У меня просто хуже были. Так ты троллил токен. Зачем ты ролишь штаны? Скажи мне, у тебя токен есть. Я не вижу, где роллы. Мне переключаться перед окнами надо. Я спрашиваю. Каждый раз. Ты не раз так, ты не с этого начинай. Ты просто скажи, какие тебе штаны надо, он тебе передаст все. А я ебу, какие мне надо. Да не тебе, блядь, а тому, кто тебя спрашивает. А, ну тоже верно. Это Сань, короче, в стате к Владу, типа, с друидом с тем. Тем более я же спрашивал, а вот эти штаны нужны? Нет, могу отдать, мне не нужны. Да чё вы, да, на этот Сань подгорело чуть-чуть, ну ничего, бывает сейчас. Дашь ему штаны противоугарные, пожалуйста, ему дай. Ты ему токен Спасибо. Покорителя дай, а штаны ему нахуй не нужны. А, хотя... А зачем? Ну, в принципе, можно, конечно, но за УД покруче будут штаны, чего. Надо просто человеку объяснить, что на ШП приоритетнее ролится, короче, типа. Ну, я так понимаю, приоритетнее на скорость, да? Ну, да. Метр. Угу. Метр. Ролил токен, все, пошел, обменял, есть штаны охуенные. Зачем ты ролишь все, блядь? Ну, если падает все подряд, больше ничего, кроме штанов, не падает. Что-то, ну, может, у него шкаф пустой, пара штанами. Что делаю?
Короче, ну, короче, я дам. Не, Болдуин, да, по бокам. А я тебе дам, а тебе не дам. Чего? Дам, если надо, не вопрос, вообще просто дам. Пацаны, о чем, мы стоим? Нет, токен, ты бы токен предложил. Ну, Мау просит, я ему. Да. Нет, я тебе говорю, ты мне предложил. Ты мне дашь токен, а я дам, что он нахаст. Ты же, блядь, пиздец. Блядь, ты не знаешь, что токен? Это такая штучка, которая меня спрашивает. Саня. Ладно, понял, сложно. Забей. Да. Саня. Я не профессионал. Только начал. У тебя время сколько сейчас? Блядь, 6. Да я про хэпала нашего. Че, убьем этого босса ебучего? Все, договорились. Можно начинать. Сначала позволение. Все вместе заходим в центр. Тихонечку. Пойдемте. Это всю хуйню свою. Зовите. Чё? Подожди. Все, заходим. Все в центр. РДДшники, черепа и эти бабы. Милики бьют Буджей. Все. Право, лево. Каких нахуй ачив. Угу. Слабаки, да. Саня настолько заколебанный, что он не напоминает чувака, как мемного, который говорит: камеру вырубай, здесь съемка запрещена. А мы на самом деле столько долго не проходили давно уже, ну, по времени. Это пиздец, долго сейчас. Мы тут находимся. Сзади. Жесть, скорость 7400, блин. Что? Ё-моё, как все подбегают-то быстро. На него пинг хуярит там. А, все понял о чём-то. Так, уж на кого нацеливаюсь, вы его уже убили. Окей. Походу, этот парень живет до первой метки на полу. По-любому. Дима, ну спит, который. Ты колоду продал? Аристократов? Угу. Конечно. Давно уже. Сберись меня, толстый. Спасибо. Да больше в черепа у этих скелетов сыграть. Бабка. Разошлись на подруг. Баб добить. Скелетов добить. Агрибосса.
Ой, там справа еще баба, ребят, справа, справа баба. Там баба еще один. Отводи его, патроны, обратно. О, уже киля бьем. Ну, стоунти ты этого ебущего босса, пожалуйста. Блять, куда? Тоже разошлись так же, как на сапфе. Дети это. Свой зон на сути. Сам не замылся, что ты делаешь? Чисто главное, чтобы Редрик не подставил танк. Редрик, соберешь там на бух. А чё, касты кто? Ничего не сбивает никто ж? Ну я вот как бы когда попадаю. У меня долгий КД. Ну, я понял. Не, у нас просто есть же. А, ну понял. Ну, шамана косяк. О, шаман сейчас походу отлетит. Чё, совсем забыл? Ну, да? Дубай. И зато местечко побольше стало, освободилось. А. Плохое место. Плохое, нахуй. Ну, нахуй. Лучше тут поставил. Уходи, хант, беги. Я так долго ржал, что сам сейчас чуть не подгорел. Блять, я могу касты сбивать, но вам не поближе, вот так хотя бы подойти. Подходи. Где ёпта за ногу? Шамана, шамана, двигается. Чё происходит, блин? Верни, шаму, нажмешь Геру. А, не, я не надо так. Нам Гера нужна. Скиллер дерусь. А, он еще дерется? Да, я еще дерусь с киллем, погодите. Ебать, чувак. Да. Сейчас скажу, Кирилл сейчас на моем мониторе 6594 миллиона. Ой, 6 миллионов 590. Нихуя у него там зависло. 6400. Короче, как только встанешь, там Геру нажми. И вообще, ну, в принципе, жми Геру прям сейчас. Может, на 6400 еще дастся? Вот ровно 6400. Да он задолбал ману сосать. Так ни черта нету. Сейчас напулишь. Вот этого забери, пожалуйста. Ага, все, я упал. Все, говорит. Пять 900 было. Ничего себе. Я встал вроде. Да ты Геру дал даже. Я сразу с пула Геру дал. С пула, говорит. Ну, в смысле, как встал.
А сейчас сколько у босса? Я полтора. Мы уже в Долоране сидим. Че, вы меня отпустило, что ли? 1 200 000, да? Отпустило. Опять повис. Хоть тебя никогда не отпустит. Видели картинку, где кот лежит и надпись «Отпусти меня, чудо-тролла»? Ага. Это, наверное, то же самое. Все, я его убил, ребята, в солоно. О, награда. Распылить, но... Ну, шаману башка упала еще. Посох неплохой на мишку, да? Ах ты жулик. Ты что творишь? Что значит неплохой на мишку? Дай сюда. Спасибо. Ах, стоп. Стоп, сука, это действительно на мишку. Блять, иди сюда. Я думал, там нормальные статы, а там мастерство позорное. Я их башку пролил. Ладно. Лучше бы, блин, ружбайкал. Так, да что, отдать кому штаны, нет? Башку. Нужно подойти поближе. Не, башку не...